современном виде Ватикан возник 11 февраля 1929 года. Однако место, где сейчас располагается самая могущественная церковь мира и одно из самых могущественных государств мира, еще в античные времена считалось священным. Поэтому там никто не селился. Уже после смерти апостола Петра, после того, как над его гробницей была возведена базилика Константина, там стали селиться люди и появились первые строения и дома. Католическая церковь, как и некоторые исторические источники, утверждают, что главный собор католицизма, собор святого Петра, построен как раз там, где похоронен ближайший ученик и соратник Христа, апостол Петр. В середине прошлого века Ватикан спонсировал раскопки, проходившие под собором святого Петра, что привело к обнаружению подземного древнего некрополя, или, как многие утверждают, улиц древнего города. Одна из надписей, обнаруженных там, на греческом, это имя Петр. Это дает многим возможность утверждать, что, видимо, и вправду где-то там похоронен апостол Петр. Ватикан, католическая церковь, римская церковь, которой уже не одна тысяча лет, скрывает много тайн, которые волочатся за ней тяжким грузом. Конечно же, у Ватикана много страшных секретов, о которых мы никогда ничего не узнаем. Однако о самом страшном из них сегодня вам станет известно. В 1933 году в Италии, в Мадженте, якобы упало НЛО, которое в итоге оказалось в руках Муссолини. Когда вследствие Второй мировой войны в Италию пришли американские войска союзников, они, конечно же, забрали то, что осталось после крушения НЛО себе. Папа Римский Пий XII сообщил об этом НЛО американцам. Почему-то работали по этому вопросу с ЦРУ и американцами не власти Италии, а именно мы, Ватикан. Ватикан – удивительно могущественная структура, страна и организация как для 825 граждан, которые являются ее жителями и в тот же самый момент сотрудниками. Конечно же, любая религия – это таинство, в том числе мистические и духовные. Один умный человек сказал: «Тайны рождаются от греха». Он прав. Подписывайтесь, грешники, на этот канал. Мы начинаем. Совсем недавно, с небольшим перерывом, сразу два человека, в прошлом сотрудники американских спецслужб и армии, а именно Дэвид Груш и Луис Элизондо, выступили с шокирующей, разоблачающей информацией, в которой говорилось о том, что НЛО существует, и власти многих стран изучают это. Оба они упомянули в своих рассказах, которые начали небывалую по своим масштабам кампанию по рассекречиванию информации, касающейся НЛО, о Ватикане и о неком объекте, который изучал Ватикан в середине прошлого века. Однажды у папы Пия XII спросили, знает ли он о существовании неких нелюдей на Земле, и тот ответил утвердительно. Ватиканская обсерватория очень известна в научном мире. Ее сотрудники – священнослужители, напрямую подчиняющиеся Папе Римскому. Не раз делали весьма странные высказывания относительно возможной разумной жизни во Вселенной, выражая практически уверенность, что она там есть. С одной стороны, религия не очень любит теорию, что Вселенная полна разумной жизни, а там есть своя философия, наука, религия и даже Бог. Однако сотрудникам обсерватории Ватикана такие страхи неведомы, и они утверждают, что одно другому не мешает. Как утверждает один из разоблачителей, некогда работавший на американские спецслужбы, один из высокопоставленных священнослужителей наших братьев Ватикана ему сказал: «Если бы вы 400 лет назад сказали, что на других планетах никто не живет, вас бы сожгли на костре или осмеяли, посчитав, что вы идиот». Это утверждение не очень коррелируется с тем, что пережили Галилео Галилей и Джордано Бруно благодаря своим открытиям. Однако факт остается фактом. Буквально еще 120-200 лет назад мысль о том, что Вселенная полна разумной жизни, и это, очевидно, никого не смущало. А потом что-то случилось, и все изменилось. История показывает, что Ватикан стремился подавлять свободный разум и творческий потенциал людей. Инквизиция, цензура, контроль над образованием – все это были инструменты воздействия на сознание масс. Теперь на других планетах
не может быть разумной жизни, и церкви очень ревностно относятся к утверждению обратного, так как Бог – это человеческий эксклюзив, люди очень божественны, Бог очень человечен, у них одинаковый характер, поступки и желания, и он и они желают верности, послушности, любят судить и хотят осуждать. Землянам повезло с их богами, они такие же мудаки, как и люди. Что Ватикан настолько опасается утратить? Что может поставить под угрозу их власть над разумами и сердцами? Судя по всему, ответ в древних тайнах, о которых не расскажут вам ваши религии. Конечно же, Ватикан в устрашении людей в понимании, что подчиняться единственному и правильному Богу беспрекословно надо даже ценой жизни, сыграл решающую роль. В этом Ватикану помогли инквизиция, цензура, власть и тот факт, что если ты в далеком прошлом хотел научиться читать и писать, то сделать это ты мог лишь через церковные школы, где ты понимал различные науки через религии. Именно поэтому самые огромные гении в истории были далеки от религии, но были запредельными оккультистами, помешанными на эзотерике, алхимии, гностицизме, но в своем собственном безумно интересном понимании метафизики, без отрицания ее существования. Среди таких великих умов человечества Исаак Ньютон и Никола Тесла. На открытия, которые совершили эти двое, конечно же, не способен атеистический разум. Конечно же, великий разум оккультен, метафизичен. С уверенностью можно сказать, что Ватикан всю свою историю, сопротивляющийся гениям, открытиям и свободным умам, пытался скрыть что-то. И это отнюдь не факты своих многочисленных преступлений, не огромные деньги или власть. Что же это тогда? Чего Ватикан боится больше всего, когда речь заходит о черни? Что люди могут такое узнать, что станет крахом для них, для их понимания реальности? После чего Ватикан, как и все религии мира, утратят всю свою власть над вами, над людьми. Взгляните на это фото. Что вы на нем видите? Вы видите людей, которые очень внимательно смотрят куда-то в небо, не способные оторвать взгляда от нечто шокирующего. Поначалу этих людей было всего несколько сот, потом 30 тысяч. В последний раз их было уже 70 тысяч. Они съехали со всей Европы, чтобы посмотреть вместе с остальными верующими и неверующими, учеными, журналистами, политиками и прочими людьми на нечто невообразимое. Все эти люди на фото смотрят на своих богов, на своих истинных хозяев. И люди, и хозяева знают это. Все на своих местах. И каждый выполняет свою роль четко и беспрекословно. Чуть больше века назад произошло последнее событие, большое, мистическое, необыкновенное, способное сравниться с библейским по своей сути и масштабу. Это был последний раз, когда боги посетили людей, назвав себя богами. После этого человечество было брошено в одиночестве, лишенное духовной масштабной небесной мистики. По той причине, что дальше по мере развития человечества стаду станет все понятным. И это опасно. После произошедшего, на месте, где люди узрели Божью Матерь, сейчас стоит красивый белый храм, где каждый год в день, когда все случилось, собираются массу верующих, дабы засвидетельствовать свою непоколебимую веру. Подобные прекрасные храмы, посвященные разным богам, в огромном количестве расположены по всему миру. И несмотря на разницу в их внешнем виде, суть у них всегда одинакова. Чуть больше 100 лет назад Матерь Божья, Дева Мария, явилась трем маленьким детям в Португалии, в городе Фатиме, чтобы принести им весть Божию. Какая прелесть, правда? Трое невинных детей и Дева Мария. Интересно, что же она им тогда сказала? «Молитесь больше, в сердцах Иисуса и Марии есть замыслы на ваш счет. Беспрерывно обращайтесь к ним с самыми своими истовыми молитвами и жертвоприношениями». Но как можем мы совершать жертвоприношения,
Предлагайте все, что у вас есть, в жертву нашему Господу, как возмещение за грехи, которыми Он так сильно обижен, и как мольбу за обращение грешников. Это принесет мир в вашу страну. Больше того, принимайте и несите смиренно все те страдания, какие ниспошлет вам Господь. Ты одурела говорить такие вещи маленьким детям, которые ни сном, ни духом про всю эту ерунду не знают. Только ответь на один вопрос, почему ты не явилась и не сказала все это где-то в Кремле или в Белом доме. А еще лучше всего лишь одному художнику из Австрии сказать, который вскоре, буквально через пару десятков лет, начнет уничтожение по разным оценкам от 30 до 80 миллионов человек самым жутким способом. Почему дети? Почему не все то, что я сказал? Дети же не принимают решения о судьбе мира. Ты что, тупая сука совсем? Одного твоего появления перед любым президентом ядерной державы было бы достаточно, чтобы все изменить к лучшему раз и навсегда. Но тебе же это не надо, правда? И художника из Австрии никто трогать не будет, потому что его действия необходимы и очень желанны Богом. Однажды к деткам пришел ангел с куском хлеба, из которого постоянно лилась кровь, в чашу и сказал: «Возьмите, вкусите плоть и кровь Иисуса Христа, поруганную неблагодарными людьми, искупите их преступления и утешение нашего Господа». Что непонятно? Пейте кровь, дети, пейте кровь. Пейте кровь и ешьте его плоть, мои золотые. Все эти обряды, символы и послания четко подчеркивают власть религиозных институтов над умами и судьбами людей. Ватикан стремится удержать свою мистическую власть, и этот страх перед утратой контроля проходит красной нитью через всю их историю. Печаль истории, о которой я вам рассказываю, заключается в том, что все случившееся правда. И аккорд этой истории наблюдали 70 тысяч человек. Массу фото есть этого события. А вот что было на небесах, все-таки ни одной фотографии нет. Почему так? Ну, во-первых, потому что Ватикан и католическая церковь сделала все, чтобы не сохранилось ни одной хорошей фотографии того, что тогда происходило на небе. Ватикан знал, эти кадры нужно скрыть не потому, что они могут навредить церкви, если их увидят современники, а потому что их смогут увидеть потомки. И чем дальше от события будут потомки, тем хуже будут последствия. Поэтому никаких фотографий не было, смартфонов с камерами тогда ни у кого не было. На что же смотрят все эти люди? Почему стоят на коленях? Интересно, остались ли свидетельства происшествия, хотя бы письменные, каких-то адекватных людей, кому мы смогли бы доверять или хотя бы прислушаться. Свидетельство очевидца доктора Хосе Марии де Аламейда Гарета, профессора факультета естественных наук Киомбре, Португалия. Внезапно я услышал шум тысячи голосов и увидел, как вся толпа, раскинувшаяся на огромном пространстве, повернулась спиной к тому месту, где до сих пор были сосредоточены все их ожидания, и посмотрела на солнце на другой стороне. Я тоже обернулся и увидел солнце, похожее на очень чистый диск с точным очертанием, которое блестело, не причиняя вреда зрению. Его нельзя было спутать с солнцем, увиденным сквозь туман, потому что тумана тогда не было. Почему Ватикан сделал так, что нет ни одной фотографии того, что было тогда в небе, и есть лишь кадры раболепных верующих? Вот почему. Доктор Хосе Мария де Аламейда Гарет, профессор естественных наук, был там. Его слова – свидетельство того, что произошло. Но почему мы не слышим больше таких свидетельств? Ведь ученые и думающие люди должны были сохранить память о том, что видели. Привет, я Ватикан, и я от вас ничего не скрываю, люди. Классно, спасибо тебе, Ватикан. А знаете, люди, чуть больше 100 лет назад Землю посетили боги и ангелы с небес. Это видело 70 тысяч человек, и у нас даже есть фото. То есть неопровержимые доказательства, что Бог есть, и все люди должны быть верующими.
Супер, Ватикан! А ты можешь их показать, эти самые фото богов? Конечно же! Вот! И вот! Все, как описал Аламейда Гаррет. И не только. Знаешь, Ватикан, но я не то чтобы конспиролог или шизик, но не знаю, как там было 100 лет назад, но сейчас многие люди знают, понимают и догадываются, что вот на таких штуках, как ты, мать его, показал, и какие описал профессор Аламейда Гаррет из Португалии, перемещаются далеко не боги. Я видел эти фильмы. О нет, дружочек. Это вы все не понимаете то, что это как раз и есть истинные ваши боги. Те самые, которые создали ферму. Те, которые называют вас овцами и паствой. Те, которые спокойно могут сказать детям: «Пейте кровь, ведь их не жалко, ведь это не дети, это телята». И их молоко – элемент настолько идеально чистый, такой невероятно прекрасный и вкусный. Именно поэтому они не появляются кому-то, кроме как детям, потому что нужен чистый элемент из скота. Конечно же, Ватикан будет скрывать все, что касается событий, случившихся в Фатиме. Конечно же, он будет скрывать все то, что случилось в Мадженте. Ведь если это не скрывать, то станет понятно, кто есть истинные боги, хозяева фермы. Станет понятно, что они добывают и для чего вообще существует ферма. Сейчас на месте последнего библейского события, величественного события, для всего человечества стоит храм, где люди молятся и стоят на коленях, что и следует делать каждой корове, которая считает, что хозяин фермы желает им добра. Им от вас, животные, нужно только молоко. А тем временем мусульмане, миллионы мусульман каждый год исполняют странный ритуал, возвращаясь в Мекку на встречу с Каабой и таинственным черным камнем, который сверху обрамлен серебром. Ислам утверждает, что этот камень принесен из рая, место, где живет Бог. Другие источники утверждают, что это метеорит. То есть метеорит пришел из места, где живут боги. Я знаю, откуда приходят метеориты, и это место не на земле. Я думаю, все понимают, о чем я. Черный камень заключен в серебро, не золото, не в платину, не в бриллиантовую россыпь, которую с легкостью могут позволить себе саудиты. Почему? Да потому что лучшим проводником тепла, электричества и энергии является серебро. Энергии, то есть элемента, который ему отдают миллионы людей ежегодно через камень, который прибыл из рая, который метеорит. Куда же вы, мусульмане, отдаете молоко? Кому или чему? Возможно, Ватикан действительно является проводником, но не между нами и богами, а между нами и чем-то другим. Ватикан всегда будет самой могущественной организацией и религией на земле по той причине, что они знают прекрасно, кому служат. Они все знают о ферме, о том, кто хозяин, что на ферме добывается конкретно. Никто ада не боится, и никто не поклоняется злым силам по той причине, что доброго или злого богов не существует. Есть бизнес, есть ферма, есть рынок, есть потоки ресурса, который создает и накапливает ферма. Это ее удел. Недаром именно Ватикан ввел термин «окармливать паству». Паства – те, кого надо пасти, а пасут только стадо коров или баранов. Первый, кто нуждается в чистом детском молоке, элементе был бог Баал, который, конечно же, имеет рога, как и надлежит иметь коровы. Мы созданы по образу и подобию Божьему, то есть коров создает тот, кто и сам выглядит как корова. Никто не понимает психологии и суть коровы так хорошо, как иная корова. Коровам, а не богам, надлежит рождаться в хлеву. Там и родилась одна из наиболее известных земных особей. Если бы это был бог, он бы не появлялся в хлеву, а так все рождаются, где им и положено. Однажды тот самый один из бывших сотрудников спецслужб, с которого началась волна рассекречивания многих документов об НЛО, Луис Элизонда, личность весьма противоречивая, отвечая на вопрос блогера, сказал,
что когда люди узнают всю правду, они будут повержены в шок, и их мир рухнет. Когда у него уточнили, что он имел в виду, он ответил, что непонятно, как отреагируют люди, когда узнают, что они не на верхушке пищевой цепи. Ну, как и следует коровам. Чем-то питается корова, кто-то питается коровой. И только для этого ее создает. Вот его прямая речь. Are we prepared to recognize that we're not at the top of the food chain, potentially? That we're not the alpha predator, that we are maybe somewhere in the middle? И остается лишь один вопрос. Как долго, земляне, вы будете верить в ту тотальную херню, которая называется религиями? Как долго вы будете изучать, копаться и думать, что познали некую истину в тот момент, когда это полная блевотная херь, которой вы засрали сами себе мозг? В тот момент, когда правда всегда была перед вами, она и сейчас вам доступна. Нужно только немного подумать, покопаться в истории, почитать, включить логику и задаться всего лишь одним вопросом. Что же такого ценного в молоке, элементе, на что он способен, если из-за него можно создавать биологическую ферму, колонию, где существует вид, думающий и чувствующий, который можно терзать и убивать миллиардами, даже детей, не задумываясь о каких-либо последствиях кармических или физических, не боясь ничего и никого. Что будет, если какая-то тупая корова, возомнившая себя человеком, оставит молоко себе? Она скинет рабские оковы и станет тем, кем захочет, быть может, в чем-то самую малость даже приблизиться к самим хозяевам фермы. Все это очень обидно и грустно, учитывая то, что приходится людям, чей мозг засран мусором, объяснять очевидное. Однажды я буду на таком уровне, что мне не придется здесь в YouTube продавать курсы или книги, и я смогу рассказать о способе, как накопить элемент, оставить себе и использовать его всем желающим. Все станет настолько очевидным, что мне останется лишь проповедь. А пока я собираюсь снять документальный фильм под названием «Элемент», который расскажет всему миру правду. Поддержать его создание вы можете благодаря тому, что и сами узнаете правду. Практически каждое мое видео заканчивается словами о неком элементе, о том, что его важно оставить себе и больше не отдавать против собственной воли. Вот на что он способен. Всех приветствую, кто смотрит это видео. Оставляю свой видеоотзыв по поводу курса Петра, книги и творчества в целом. С книгой Петра я ознакомился одним из первых. Прочитал ее буквально за 5 часов залпом. Очень так воодушевила она меня. Очень много информации подчеркнул для себя по поводу, что же такое элемент, суть взаимодействия вещей и как в этом мире его копить, как использовать. Вот. Затем прошел онлайн-курс по накоплению элемента. И знаете, если вы хотите быстрых результатов, кнопку бабло там или что-то это, то он для вас. Только и будьте готовы заплатить соответствующую цену. Вот. Потому что если ваша цель дороже, да, чем какой-то кусочек мяса или тортика, то распишитесь и получите. Оно ваше. Вот. Лично у меня была цель финансовая. И она исполнилась далеко не сразу. Меня как будто провели дорожка от одного к другому. Дали понять, что мое, что нет. Я нашел хорошее себе хобби. Вот. Хотя думал, что это будет основным источником заработка. Вот. И по итогу, что произошло? Спустя 3 года, примерно после того, как мы общались с другом, чуть-чуть предыстория, общались мы с моим другом раньше, вот, перестали общаться. Спустя 3 года... Вот как раз, когда я примерно закончил прохождение курса, он мне пишет, говорит: «Миш, привет, хочешь прикольную должность вот в компании?» Он мне предложил, я, конечно, согласился, вот, и слегка подучившись, я начал зарабатывать те суммы, которые хотел, а то и в 1,5 раза больше, вот, то есть
раз цель исполнилась. С личной жизнью наладилось. То есть в моей жизни появился внезапно буквально человек, который вот прям мой, как заказывал. Вот, хотя это было просто в мыслях. И все, знаете, происходит вот так, как нужно. Встречаются нужные люди, проблемы решаются сами собой. Вот, не без усилий, конечно, но все равно все проходит так, как нужно. Вот, и уже, знаете, появляется больше уверенности в том, что ты можешь, как можешь, и что можешь даже больше. Вот. Поэтому, если вы хотите не просто каких-то слов а-ля там «думай, богатей», вот, но действий, направленных на реализацию ваших целей, то курс Петра действительно это то, что вам нужно. Я как человек, ну, очень скептично ко всему отношусь. Даже спорил порой с Петром в чатике, вот, он точно это помнит, ну, и участник этого курса. Вот, но потом я удостоверился, что все действительно работает. Вот, поэтому желаю каждому, кто смотрит это видео, вот, и тебе лично, дорогой друг, вот, встретиться лицом к лицу со своими демонами, побороть их, вот, и стать тем, кем вы хотите. Ну, или хотя бы ослабить их, чтобы взять контроль над своей жизнью, вот, и в конечном итоге победить, вот. Ну, и под конец такая фраза, вот, что в конечном итоге побеждает тот волк, которого ты кормишь. Задумайтесь, кого кормите вы? Получилось с первого дубля. Уже много людей прошло мой онлайн-курс по накоплению элемента и его использованию. Поначалу, как и вы, эти люди были скептики, считая, что это еще одна инфо-цыганщина. Однако, рискнув, они убедились в том, что это не так. И курс дает реальные результаты и знания, в том числе и научные, связанные с нейрофизиологией. Знаете шутки и мемы о том, как мужчины себя чувствуют после мастурбации? Мягко скажем, не очень хорошо. А знаете, что нервное сплетение, которым человек испытывает оргазм, называется плексус сакралис, то есть сакральное сплетение, священное, мистическое? Майк Тайсон на протяжении 5 лет, как раз, когда был самой смертоносной машиной в истории, находился в процессе воздержания. Как вы думаете, все это как-то между собой связано? Конечно же. Мне удалось найти правду и открыть элемент. Его эффективность я доказываю на онлайн-курсе. Я предлагаю вам оставить его себе и получить то, что вы хотите, обменяв по своему усмотрению. Станьте теми, кто обменивает свое молоко на то, что вы хотите, а не рабами, у кого забирают элемент против их воли. 8 января в понедельник начинается мой онлайн-курс. Уже 4-й по накоплению элемента. Настоятельно рекомендую у тех, у кого есть возможность, пройти его и победить. Те, у кого возможности попроще, могут прочесть книгу, которую прочли многие и были в восторге. Книга «Восхождение». В ней рассказывается вся суть и тайна элемента, чтобы ознакомиться с условиями участия в курсе. Или если вас интересует книга, переходите сейчас обязательно по ссылке под этим видео в группу в Телеграме. Там будет вся интересующая вас информация. Там уже очень много людей. Читайте ее и ставьте плюсы. А главное, ознакомьтесь со всеми безумно интересными видеоотзывами тех, кто прошел курс и получил то, что хотел. Также о том, что есть элемент, на что он способен, вы сможете понять, посмотрев вот это видео. Посмотрите его обязательно. До встречи, друзья, на курсе или на страницах книги. Обязательно жмите по ссылке в описании, там будут ответы на все вопросы. Со мной или без меня, друзья, каждый из вас должен оставить элемент себе. Вы этого заслуживаете. Некто, кто явился однажды перед Моисеем, запретив на себя смотреть, явившись с грохотом и дымом, как это было и в Португалии, в городе Фатиме, чуть более 100 лет назад сделал все возможное, чтобы его изображение не существовало, запретив изображать себя и даже ставить статуи. Причина такому решению проста. Дело в том, что если Моисей посмотрел бы на того, кто называет себя Богом, он бы очень сильно расстроился, так как увидел бы там такую же корову, как и он, по образу и подобию. В исламе нельзя ставить священных статуй и молиться, по той причине, что однажды маленький ребенок бы спросил: «Мама, а почему мы молимся такой же корове, как и мы сами?»
Религия, мистика, а также вся реальность на ферме – это большой разводняк, где каждая корова убеждена, что хозяин о ней заботится, или же что не существует иной правды, чем правда повседневной жизни на ферме. Я не утверждаю, что метафизики не существует. О нет, совсем наоборот. Я говорю вам, что все это шоу, и невозможно ничем напугать слепо-глухую парализованную корову. Такая корова ничего не боится, потому как нет того, что может ее напугать. Достаточно в страшном сне закрыть глаза и уши, и самое страшное зло уже не сможет вызвать в тебе страх своими образами. Вся религия – это шоу. Образы, все, что с ней всегда было связано, это лишь шоу. Закройте ушки, закройте глаза, и все. Шоу на вас, на вашу психику, на ваши страхи уже не может никак воздействовать. Конечно же, Ватикан знает об этом всем. Именно поэтому в одном из католических храмов в моем городе, вдали от глаз многих прихожан, можно увидеть этот символ. У православных его тоже можно увидеть в храмах. Это не символ зла, это символ того, что вся ферма и ее жители видны хозяину. Он зло лишь для коров, так же как забойщик зло для любого скота. Но когда забойщик приходит домой с работы, он любящий семьянин, друг, коллега, отец, сын и Дух Святой. Заклинаю коровы, со мной или без меня, оставьте молоко, то есть элемент себе. Подкопите его, и вы удивитесь, как для вас все изменится. Всего хорошего.